На заседании областного правительства под председательством премьер-министра Александра Смекалина было утверждено несколько законопроектов. Началось рассмотрение с финансовых вопросов. В государственную программу развития здравоохранения были внесены изменения, касающиеся перераспределения финансирования. 6 миллионов рублей перенаправлены на обеспечение медицинской техники детских поликлиник Ульяновска. Принятие данного проекта постановления позволит реализовать необходимые мероприятия по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений и созданию медицинских организаций оборудованием и созданию в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Решен вопрос с небольшими задержками заработной платы учителям и воспитателям детских садов, которая произошла в начале июля. Как разъяснила министр финансов Екатерина Буцкая, поводов для беспокойства нет. Вопрос связан с техническими сбоями в программе. Идет обновление программы и в федеральном казначействе, и обновление программы у нас в Министерстве финансов. Поэтому периодически бывают дни, когда финансирование не получается освоить в полном объеме, провести платежи, но с сегодняшнего дня полностью все неполадки устранены, и с 6 числа у нас все выплаты в полном объеме будут профинансированы. В соответствии с федеральным законодательством проведена разработка и утверждение списков туристических маршрутов для групп с детьми. Появится областной реестр таких маршрутов. Мы также вносим в наш закон об организации оздоровления и отдыха детей в Ульяновской области соответствующие изменения, которые предполагают дальнейшее наделение Министерства образования и науки Ульяновской области полномочиями по ведению подобного реестра с соответствующим изменением положения о Министерстве образования и науки Ульяновской области. Создадут межведомственную комиссию, которая будет вносить изменения в туристические маршруты по Ульяновской области. Реестр разместят на сайте Министерства образования и науки. В регионе будут утверждены новые праздники. 27 июля станет днем работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Почему выбрана дата именно 27 июля? Потому что 2010 закон был принят в 2010 году 27 июля. Поэтому вот мы выходим с такой инициативой, чтобы праздник у наших сотрудников был. Вторая праздничная дата будет приходиться на конец года. 6 декабря в Ульяновской области станут отмечать День охраны природы. Касался вопросов окружающей среды еще один пункт повестки заседания правительства. По поручению губернатора создается новое ведомство – Министерство природы и цикличной экономики. Проектом предлагается утвердить положение о Министерстве природы и цикличной экономики в Ульяновской области с передачей полномочий в сфере лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды, охраны использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Эти полномочия будут переданы новому ведомству из Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов, которое после завершения изменений станет называться просто Министерством сельского хозяйства. Из Министерства промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Минприроды отойдут вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и в том числе контроль за деятельностью региональных операторов. Возобновляемые виды энергетики также станут предметом деятельности нового министерства. Егор Цтов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.